Мы как-то все по мелочи, там какие-то агаты. А вот продажа недвижимости, да? Вот об этом давай. Мы сейчас споем песню, я ее писал и думал. Тогда не было у меня никакой жилплощади. И поэтому песня называется «Принцесса живет в коммуналке». Нет, на самом деле история театра Вахтангова, когда он выезжал на гастроли, это было где-то конец 60-х, 70-х, когда еще театры, может быть, ездили, может быть, не очень. «Принцесса Турандот» – спектакль легендарный, выезжает с гастролями в Грецию. А они же, как известно, наши маски, они учили некоторый текст на языке той страны, куда они ехали. И блистали, значит, писали на прекрасных вот этих вот, которые снимаются, манжеты, да. Ну, они пошли на рынок греческий. И Вячеслав Анатольевич Шалевич, он очень может на любом практически языке говорить там тарабара-тарабара, и он начинает с каким-то греком торговаться, неважно, там ковер, что-то там, какие-то меха, какая-то безделушка. Этот грек ничего не понимает, но он понимает, что этот ниже. В результате он купил эту вещь, которая ему нужна была, за полцены. И когда грек уже заворачивает вот это долго-долго то, что ему нужно было, и он спрашивает его, из какой страны вы приехали? А он говорит, Россия. И он захлопал, зааплодировал, сказал, браво, Россия. И захлопали все, кто при этом присутствовал. Так вот, это была предыстория. А поскольку легендарный спектакль «Принцессы Турандот» восстанавливался третий раз уже в 90-х, и я имела честь быть как бы принцессой Турандот третьего поколения, третьей постановки, и жила я вот здесь, недалече, да, где ваш дедушка, в этом же доме, только там было общежитие театра Вахтангова, в котором я прожила лет 7, наверное. Слова и музыка Олега Митяева. Принцесса живет в коммуналке над шумным садовым кольцом. Ночами спускаются черные галки к дороге, застывшей свинцом. Князья и княгини и челядь, с душой заселившиеся в птиц, слетаются медленно среди метели к принцессе и падают ниц. До Нового года осталось немного. Молятся в это окошко, в котором горит допоздна свеча, огоньком отражаясь у кошки, у черных глазищах без дна. Хозяйка у кошки любого и к жизни вернет и спасет. И может она еще много такого, но как оказалось, не все. Радуг дугой, а он никуда из Москвы не уехал. Он просто женат на другой. Хорошо.